Здесь из принципа защитники Колумбии пытались прервать передачу. Атака Японии. Наброс. Ну, много раз мы с вами уже наблюдали такие ситуации в сегодняшнем матче. Уже даже не очень хочется комментировать. Тем более, что колумбийцы снова с мячом. И они умеют красиво играть в пас. Посмотрите, как техничный. Посмотрите, передача на Родригеса. И что сделает Родригес? Родригес убирает мяч вправо-влево. И Избири кидывает через голкипера. Гениальный Хамес Родригес. Третий матч на чемпионате мира. Третий гол. «Ну, любите меня», — говорит Родригес. И его любят. Как не любить такого десятого номера? Что он сейчас сделал с японским защитником и вратарем? Вот есть такой детский вопрос, кто сильнее, слон или кит. Групповой этап чемпионата мира заставляет задаваться вопросом, кто сильнее, Робин или Родригес, кто кого сборит. Если встретиться, конечно, друг с другом. Последнее движение было особенно изящным. Практически незаметным. Нога под мяч подсекает. И Кавасима ничего уже сделать не может. И это на таком газоне. Кстати, вот на крупных планах видно, что газон, мягко говоря, не в идеальном состоянии. В первом тайме был момент, когда на ровном месте колумбийский игрок споткнулся. Но даже такой газон Родригесу не помех. 4-1.